В Нижнем Новгороде на одной из автотрасс произошел инцидент, чудом не окончившийся страшной трагедией. Видеорегистратор на приборной панели одного из автомобилей зафиксировал, как годовалая девочка в результате аварии вылетела из машины прямо на дорогу. Летящий по встречной полосе КАМАЗ пронесся всего в нескольких сантиметрах от ребенка. Водитель в последнюю секунду сумел вырулить в сторону и не задавить девочку. Кадры чудесного спасения мгновенно облетели весь интернет. Сообщается, что годовалая малышка при падении не пострадала и даже не успела испугаться. Представитель дорожной полиции сообщил, что ребенок в момент аварии находился на заднем сидении, но не был пристегнут, как того требует закон.